Молодежь из Тибаканского района решила укреплять межнациональное согласие в республике. Для этого активисты организовали слет добровольцев. Мероприятие проходит в эти дни в детском лагере «Дружба» Красноярского края. Главная цель слета – дать возможность подросткам познакомиться с культурой различных народностей, проживающих в Хакасии. Для этого общественники на территории лагеря проводят мастер-классы, например, по рисованию хакасских узоров на камнях или по изготовлению традиционных древнерусских оберегов. Но, пожалуй, больше всего участников проекта объединяют там, танцы – это язык, который не требует перевода и понятен каждому, независимо от национальностей. Мы очень благодарны, что правительство поддерживает республики именно молодежную политику, именно вот в том числе молодежное волонтерство, тем самым имея возможность гранты воплощать в жизнь.